Вот еще час прошел. Мясо полезало, просто полезало. Опять в туалет сходила. Мясо не лежит. Опять сходила в туалет, вышла, сходила. Опять зашла. Ну эти спиногрызы, как по, конечно, по вкусняшкам долбятся. Ну я ее, когда она родит, я ее поддержу. В плане это. Как лайму. Все мясное, мясное, чтобы она поела. Не на кашах, а вот чисто тяжко дышит. Пузень какой. Вон какие титьки у нее. О, все чистенькие, игольники оголились для щенков. Мать героиня будет у нас. Ну, в ночь будет рожать, наверное. Наготовится, первые у нее потуги. Ходит в туалет, чистится. Как обычно, это все за сутки, ну, делается. Все это в течение суток все происходит. Ну, выплюнет. Думаю, надеюсь, что ночью. Так что вот так вот. А эти грызуны, вон, хомячут. Люх, что там с костром? Горит у тебя костер? Че? Мы с тобой все дела сегодня переделали, да? Танюх контролируем. Тихо, с топором. Че, ты в мяч больше не играешь? А, ты палочки жгешь, понятно. Это лучшее занятие для мальчика. Сжечь деревню целиком. Зато еще будет вспомнить. Мама, помнишь, я в 10 лет деревню сжег? Здорово же было, красиво, да? Есть чем, да, хорошее воспоминание. Только люди все живут на улице. Ну что ты как неприкаянно, иди, пойдем. Иди. Танюха. Несчастная моя девка. Ну какой. Здорова, здорова. Она просто туда идет. Лайма тоже, помните, как она рожала. Она то там, то там, то туда, то туда. То туда, то сюда. Метается. Не знаю, где, чего, как, куда. В беременном виде же. Что собакам, что женщине не угодить. Пока хоть беременный, так это же вынос мозга. У меня одна знакомая рассказывала, она вообще ходила на железную дорогу, шпалы нюхала. Вот эту смолу, вот это вот что-то, вот запах вот хочется ей, вот это и все. Вот, нюхает вот это вот. Ходила, нюхала. Хочется вот этот запах и все. Все по-разному, кто на что налегает, изжоги эти, все остальное. Все это столько пройдено всего. Вот Анюха опять выходит в туалет. А, нет, попить. Ну, говорю, пить и в туалет, пить в туалет. Пьет чистенькую воду, молодец. Сейчас в туалет пойдет. Мясо не притрагивается, ну вот ждем. Нашу девку, принцессу, 100-200-ю, ко мне идет. Ты ко мне жаловаться идешь. Просьбы, пожелания. Погуляй, погуляй, походи. Походи, походи. Пойдем погуляем с тобой, пойдем. Пойдем. Пойдем, да, погуляем. Я с тобой гуляю. Соболь, отвали. Соболь, отвали. Не мешайся. Что ты здесь ложишься? Иди. Соболь. Ушел. Тайна. Тайна. Что ты мешаешься? Ушел.
Ты же знаешь, вдоль хребта. Пойдем сюда сходим, пойдем. Пойдем походим, пойдем. Дрын у меня. Правда, это как комару. Припадок. Ну, зато чисто символически что-то в руках есть. Для него это... Тихо, 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 тихо. Куда летим? Куда летим, сказал? Девочка там на огороде. Видит она. Далеко. Все вам надо видеть. По газону она гоняет на велосипеде. Или по дорожкам. Ты без минуты уже сейчас рожать будешь. Она все на охране. Авторитетша. Молодая. Что идешь подъезд? Смотри, у меня дрын. Что хвостом виляет? Козюлька маленькая. Ревность, да? Ты даже Таньку ко мне не пускаешь. Охранник. Ну, она пошла. В туалет. Опять. Давит ее, давит. Сейчас все вычистится. Будет нормально все. Вот она опять сейчас по-большому пойдет. Вот опять в туалет. Видите, по-большому пошла. Выдавливает из себя. Ждем. Вот такие вот у нас роды собачьи. Мне идут позывы. Она, может быть, ничего не выкакивает, но... позывы идут, поэтому ей надо это делать, вычищаться полностью. Вот она теперь пошла домой. Как бы сделала дело. Вот она в час так делает где-то примерно 3-4 раза. Так, Танюх, а ты есть не будешь? Там мясо даже, если она не ест. Куда собрались? Стоять! Она зашла, и это будет сейчас продолжаться очень долго. Вышла, зашла, зашла, вышла. И назад посматривай, да? Все нормально будет. Держись, Танюх, держись. Я здесь, я за тобой смотрю.